Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн-игре Fox Money, где нам дают одного лисенка, друзья, в подарок за 1 доллар. Ну и минималка на вывод здесь 50 центов. Так, значит... Что я хочу сказать? Давайте посмотрим выплаты. Значит, вот 30.09, как видим, выплаты идут. Здесь, друзья, произошли изменения, новые правила. И сейчас будем разбираться. Переходим в профиль. У меня на балансе 2.10. 2 доллара 10 центов. Это... мне начислили как бы компенсации за новые правила. Переходим к ним в группу на ВКонтакте, это хотела сказать, Facebook, и опускаемся. Значит, смотрите, уважаемые пользователи проекта, важная новость. Мы были вынуждены поставить ограничения на вывод в связи с большим количеством ботов и постоянных регистраций с одного IP-адреса. Но не нужно волноваться, ограничения небольшие, но они могут защитить проект от выплат ботам и нарушителям. Мы добавили каждому участнику 2 доллара 10 центов на вывод, чтобы каждый участник мог вывести свои средства и убедиться в платежеспособности нашего проекта. Теперь, чтобы заказать выплату, необходимо выполнить одно из трех условий. Первое. Инвестировать 1 доллар в проект. Заработать в серфинге 1 доллар. Заработать на рефералах 1 доллар. Если одно из этих условий выполнено, вывод будет автоматически открыт. Вот такие вот нововведения. Значит, переходим в кабинет. Идем, куда мы идем, заказать выплату. И вот что у меня здесь вот такая... фигня. Вывод заблокирован. Чтобы разблокировать, необходимо выполнить одно из трех условий. Я вам только что это зачитала. Ладно, давайте рискнем, что мне делать. На серфинге я не работаю здесь. На рефералах тоже. И я пополню. Пополнить баланс. Да, кстати, личный кабинет. Сейчас зайдем. Я когда регистрировалась, закидывала сюда 2 доллара, и у меня как бы все по нулям. Значит, это все нужно по новой, и я рискну, закину 1 доллар и закажу при вас выплату. Вывод должен автоматически быть разблокирован. А что делать? Пополнить баланс. Так, убедить, что... продолжить. Поставлю на паузу и пополню. После продолжу. Баланс пополнен. Переправляем вас в личный кабинет. И, пожалуйста, у меня для покупок 1 доллар. Так, далее что мы идем? Заказать выплату. Вывод открыт. Ладно. Давайте, у меня на балансе 2 доллара 10 центов. Я буду заказывать выплату. Так. Заказать. Заявка отправлена. Время обработка до 24 часов. Окей. Выплачивается. У меня 1 доллар. Я что? Так. Мне нужно что сделать далее? Дом лися. Я еще прибыль не собирала. Вот у меня такая прибыль. Уже собрано здесь. Продать еду. Я продам. И я куплю мои лисята. За 1 доллар куплю еще. Купить. Здесь успешно куплен. Так, вывод.
Видите, я думала, здесь выплачивается. Будет как бы автоматом, но нет. Ну что ж, друзья, как вывод придет, не знаю, как долго он обрабатывается. Вот. Выведено. Но у меня нету. Если я сейчас обновлю. Вот я, у меня вот. Я пополнялась Fox Money. А вывода пока что нет. Ну, я запишу видео коротенько по выводу. Потому что это мой первый вывод. Я не знаю, как долго он будет обрабатываться. В принципе, на этом пока все. Смотрите сами, друзья, работать или не работать. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. До новых встреч.